Всем привет! Вы на канале Люськины рецепты. Сегодня будем закрывать на зиму очень вкусные маринованные помидоры с луком. Рецепт простой и удобный. Можно использовать любые банки, поскольку маринад рассчитывается на 1 литр воды. Помидорчики получаются сладкие и ароматные, просто объедение. Подписывайтесь на наш канал и узнавайте еще больше вкусных рецептов и полезных кулинарных советов. Сначала подготовим все, что нам понадобится. Затем берем небольшой лук и нарезаем его кружочками. Соотношение лука к помидорам примерно 1 к 5. Толщина кружочков 3-4 мм. Дальше берем чистые сухие банки, у меня стерилизованные. На дно каждой литровой банки бросаем 2 горошины душистого перца, 6 штучек черного перца и закладываем помидоры, чередуя их с луком. В зависимости от объема банок количество перцев уменьшаем или увеличиваем. Стараемся уложить все как можно плотнее. Помидоры лучше всего брать спелые, но плотные, небольшого размера. Колечки лука распределяем по банкам в пустотах между томатами. Так закрутка будет не только вкусной, но и красивой. Из 4 кг помидоров и 800 граммов лука получилось 6 баночек. Одна 2-литровая, 2 на 1,5 литра, 2 литровых и 1 пол-литровая. Теперь заливаем помидоры крутым кипятком до самого верха. Прикрываем банки стерилизованными крышками и оставляем на 20 минут. Как стерилизовать банки и крышки, смотрите в подсказках. Ссылка также есть в описании под видео. Через 20 минут сливаем воду из помидоров в кастрюлю. При этом обязательно ее замеряем. У меня вышло 2 литра 800 миллилитров. Чтобы было удобнее рассчитать ингредиенты для маринада, доводим объем жидкости кратно 1 литру. В данном случае я долила 200 миллилитров кипяченой воды. В итоге получилось 3 литра. Теперь на каждый 1 литр жидкости добавляем 1 столовую ложку с горкой каменной соли, это 30 граммов. Я, соответственно, кладу 3 ложки или 90 граммов. И 4 столовых ложки с горкой сахара, это 100 граммов. В моем случае 12 ложек или 300 граммов, поскольку воды в кастрюле 3 литра. Хорошо перемешиваем. И ждем, пока закипит. Затем вливаем 9% столовый уксус из расчета 70 мл на 1 литр маринада. Я влила 210 мл. Доводим маринад снова до кипения. Выключаем огонь. Сразу заливаем помидоры маринадом так, чтобы при накрытии крышкой он слегка проливался. Закатываем. Переворачиваем банки вверх дном, тепло укутываем и оставляем в таком состоянии до полного остывания, примерно на сутки. После чего отправляем помидоры на хранение в кладовку или погреб. Вот и все. Очень вкусные маринованные помидоры на зиму готовы. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.